Я должен делать так. Чик. Всем привет, меня зовут Сергей, редактор, и у нас на связи в своей московской, подмосковной студии Станислав Орехов, дизайнер интерьеров, автор, я даже не знаю, как, кто еще, и человек, который известен тем, что он купил, да, автор книги, замечательно, вот она перед вами. Вот, про нее, возможно, Станислав еще будет сегодня говорить. Если он будет это делать, и у меня есть специальная красная лампа, я буду зажигать ее, и будете знать, что сейчас инфобизнес начался. Это значит время покупать. О, боже. Я сколько... Станислав, слушай, как это... Вот ты... у тебя второй тираж книжки вышел. Как это выглядит? Это грузовик подъезжает и тебе выгружает эту книгу или как? Да, приезжает грузовик, он все не успевает перевезти. Два раза приезжает два грузовика, все выгружает. И здесь вот строители все выкладывают, соответственно, уже половина там идет тем, кто по предоплате, а остальные будут своих версий ждать после покупки. Ясно. Слушай, а у тебя не было никогда идеи там все-таки в книжных магазинах, там, чтобы это все лежало на полочках? Ну, у меня есть желание не чтобы оно лежало, а чтобы оно работало, а лучше, чтобы приносило деньги, соответственно... Тебе, разумеется, да? Ну, конечно, автор же не должен быть голодным, вот, а не магазином. То есть, если я продаю, то деньги идут ко мне, к автору, я считаю это более честным. Если в магазине они на полке лежат, то как бы к магазину. А какое отношение магазин имеет к тому, что я написал? То есть, я старался, извините, там целый год с целой командой, да, мы это все делали. И почему должен магазин получать, я не понимаю. Слушай, а тут говорят, есть там сорока на хвосте принесла, что есть... Сколько сейчас твоя книжка стоит, признайся? А, книжка 3000 стоит. Вот если ее типа в книжном магазине за 3000 положить, то ее никто там не купит. Ну как не купит? У меня-то покупают. Ну потому что тебя знают. В чем логика? Ну, потому что ты в Инстаграме бесконечно там постишь в сторис эту книжку. Ну, так да, а чего? Ну, то есть, типа, она с такой ценой, она будет неконкурентна в книжном магазине? Или это тебе нормально с этим? Не, ну что значит конкурентно или неконкурентно с ценой? Как бы цена это... Ну, приходишь в книжный магазин, книжка стоит там 500-700 рублей, а тут твоя 3000. И типа, почему так, как бы... Ну, нет? Был, да, такой вопрос, уже отвечали, на самом деле. Ответ-то очень простой, ну, покупают, кому надо, кому цены. Естественно, это не какой-то там детектив популярный, и не там какая-то макулатура, которую покупают там за 300 рублей, на которой там бумага вообще даже некачественная. Это действительно профессиональная такая история, это, по сути, настольная книга, которая должна быть для профессионалов. Соответственно, профессионалы будут... Я бы купил, ну, то есть я делаю так, если бы я купил, у меня в целом там целый курс написан по этой теме, он стоит... 30 до 60 тысяч, между прочим. Вот. Поэтому в книге-то точно будут покупать. Ты меня не смутишь этой историей. Ладно. Ну, это я о зрителях забочусь. Я же на страже пользы. Я же ильяховский человек. Поэтому я буду инфобизнес освещать красной лампой. Окей. Слушай, вот есть вопрос, кстати, довольно серьезный. Я собрал вопросы, всего 8 штук их тебе. Давай начнем с серьезного. Есть такой вопрос читателя. Станислав, как у вас в студии построена система продаж? Пока никак не построена. Я сейчас занимаюсь, включая лампочку свою, построением как раз это отдела продаж. Она не включается уже последний. Вот. Нет у меня ничего. Здесь я немножко, ну, как бы не буду лукавить, отстаю немножко. У меня всю жизнь продажи происходили за счет экспертности и известности. Вот. То есть я выступал, я рассказывал, записывал видео. В принципе, это отличная стратегия, когда у тебя, ну, как бы определенный уровень есть там и дохода, да, и клиентов. Как только ты хочешь масштабироваться и выходить на новые какие-то рынки, тебе по-любому надо подключать активный отдел продаж. Но активный... То есть, сейчас продажник это ты, получается? Да, я всю жизнь был, ну, как продажником, да, то есть у меня неплохо получается работа со сцены, ну, так называемая продажа со сцены, это технология, которая позволяет, когда ты рассказываешь какую-то тему, чтобы людям захотелось приобрести что-то, то, что ты рассказываешь. Это технология, да, обычная. Также у меня неплохо с копирайтингом, то есть одно из там самых первых материалов, которые я создавал, там продалось более там, чем на $1 миллион у меня с одного текста просто, то есть я в этом как бы знаю толк, вот, и дальше я совершенствовал этот навык, вот, мне интересно, то есть я вообще такой человек, который развивает разные навыки, я считаю, что каждый специалист может это сделать. Я понял, а ты сейчас немножко все-таки про как бы тебя, как автора курса и книги, а если про студию говорить и про дизайн интерьера, там тоже все на тебе держится? Да, у меня получается основная такая тема как раз-таки заточена на то, что я публикую какие-то материалы, выступаю, и так или иначе клиенты видят эту всю историю. У меня же клиенты, у меня два типа клиентов, это девелоперы и дизайнеры.
дизайнеры, которые заказывают визуализацию, у меня в студии визуализация была, и клиенты, которым нравится такой системный подход, последовательно. Они смотрят, допустим, как я планировки разбираю там в YouTube-канале, приходят уже подготовленные, либо видят меня, допустим, на выступлениях, я какие-то выступления делал, они видят и заказывают. Ну вот так вот, у меня было так. То есть, получается, твои клиенты, клиенты студии, они даже, типа, смотрят, знают о тебе, смотрят твои видосы? Да, у меня было, знаешь, так, ну, неоднократно, то есть, мне звонит просто человек, говорит, здравствуйте, мы вас там посмотрели видео такие-то, нам вот очень нравится, мы хотим к вам приехать, познакомиться. Я говорю, ну, приезжайте, типа, у вас там что, у меня квартира там или дом? Хорошо, приезжайте, нам нравятся ваши картинки, я встречаю, рассказываю, они видят, что я эксперт. Иногда нужно, конечно, поднажать, то есть это, сейчас, это первый лид, то есть первое знакомство. Дальше, конечно же, дело техники, в любом случае, мне приходится применять инициативу, говорю, давайте, а что у вас, а какие у вас, там, допустим, ну, проблемы, вопросы есть. Я у них задаю вопросы и уже иногда выезжаю даже к ним на объект, получается. И когда я выезжаю к ним на объект, я показываю, что я эксперт, то есть это, ну, короче, тут важно, что я эксперт и одновременно умею продавать. Если бы я был только продажником, ну, как бы, вряд ли бы доверили. А если бы был только экспертом, то, соответственно, сказали бы спасибо, мы подумаем. Поэтому совмещение экспертности и продаж – это вот такая отличная история. А сколько стоит вызвать Станислава Орехова на объект, чтобы он приехал и экспертность продемонстрировал? Слушай, ну вызвать меня на объект – это такая, как бы, понятие. То есть, на самом деле, для чего я еду? Я-то еду, чтобы продавать. Ну, то есть, по сути, надо просто обладать хорошим объектом и быть вменяемым клиентом. Ну, как бы слышать. И чтобы квалифицировал я этого клиента как, во-первых, платежеспособно, что у него есть деньги, да, и второе, то, что он подходит мне по характеристикам, потому что он может. То есть, типа, к любому первому попавшему человеку ты не поедешь на объект экспертность демонстрировать? Конечно, нет. Ну, то есть, я езжу, допустим, если там объект условно от миллиона долларов примерно потенциально, вот, я сразу прикидываю, чтобы, ну, у меня был какой-то заработок определенный. Ну, то есть, у нас минимальный вообще объем студии – это 100 метров, это там 300 тысяч рублей, если мы делаем в себестоимость. То есть мы не можем обеспечить то качество, которое мы обеспечиваем, по цене ниже, потому что просто труд сотрудника, ну ты сам знаешь, да, то есть хороший специалист стоит денег. Вот, соответственно, я могу, конечно, студентов взять, но как бы мы берем студентов на самом деле, но какие-то такие работы уже менее ответственные. А если какой-то крутой проект, который дорогой, там и специалисты должны быть дорогие. Ну, то есть вот так получается. Слушай, а как ты определяешь платежеспособность клиента? Я просто спрашиваю у вас, ну, во-первых... У вас деньги есть? Ну, типа того, да. Ну, не то, что прям деньги есть. Я просто спрашиваю, какой у вас объект, я же понимаю. То есть, если человек купил недвижимость, допустим, за миллион долларов, да, то он вложит в нее от 500 до миллиона долларов также. То есть, это нормально. То есть, он рассчитывает на это. А, на самом деле, мне даже интересны какие-то проекты, когда человек хочет сделать задешево, но объект интересный. Это тоже мне очень классно, потому что я вписываюсь не только в дорогие какие-то истории, но и в истории, когда можно проявить себя. Вот мы делали дом, вот первый у нас ремонт здесь был, мы переезжали там в дом и офис, у нас был офис отдельно и квартира. Вот, соответственно, нам нужно было переехать. Вот первая у нас интеграция стоила 4 миллиона, это не так дорого. Вот, мы ее сделали, пожили, поработали в этом офисе. Кстати, фотки есть, я тебе недавно скидывал, показывал фотки этого офиса. Беленький такой вот. Вот, да, вот у нас на странице, одной странице, где мы курс продаем. У меня сейчас перегорит лампочка. Да. Да, лежит вот эта вот картиночка, можно посмотреть. Так вот, это мы все сделали за 4 миллиона, там примерно 200 метров где-то. Ну, как бы это с нуля, с песка, со всего. То есть там вот на полу песок был. То есть песок плиты не было, там был прям песок вот натуральный. Где речь 4 миллиона, это типа не за проект, а вообще за ремонт. Это под ключ все, да, вместе сделано. Это вот мы покрасили стены кирпичные вот этой мазанкой, разработали технологию. Это мы сделали наливной бетонный пол, провели отопление какое-то базовое. Ну, короче, вот там очень хороший кейс. И сделали вместо деревянных, вернее, на полу сделали сосновые деревянные поверхности, и чтобы они смотрелись более-менее симпатично, покрыли дорогим их маслом. То есть можно брать дешевые материалы натуральные, допустим, массив сосны, и покрывать их маслом дорогим, так тогда они будут смотреться, ну, лучше, чем даже дорогие материалы, покрытые не очень хорошей краской. Это я надо понял. Знать. Интересно, просто. Тебе сочетается, с одной стороны, там то, что ты работаешь с премиальными клиентами, с другой стороны, то, что тебя интересуют недорогие проекты и желание сделать их необычно, там просто, это клево, я согласен. Но только если клиента есть интересный проект, то есть если там, условно, маленькую однушку сделать за 3 копейки, ну, как бы это и неинтересно, и нерентабельно, вот.
А если большой дом сделать дешево, это рентабельно и интересно, потому что это уж похоже на бизнес-направление какое-то. Как вот, допустим, если ты сдаешь проект, ну, куда-то там в аренду, это тоже интересное направление. Вот сейчас мы сделали недавно для ГАЗ, вот вышла статья, то, что мы публиковали в Телеграм-канале. Там уже сейчас вот у нас контракт будет, ну, надеюсь, там все получится, вроде как хотят заказывать. Там еще следующие квартиры. Мы уже сделали. Постучи по столу, если деревянный стол, не знаю. Закажут, не закажут, это уже не важно, как бы... Просто говорю, ну, как есть, просто что это потребность такая уже есть у людей. Угу, это нормально. Я понял. Хорошо, спасибо. Ладно, зачтем, ты ответил. Есть такой вопрос подписчика. Так, читаю. Во что инвестировать и во что инвестируете вы? Ой, я не бизнесмен и не инвестор, я здесь не подскажу, скажем так. Я знаю, что у меня есть знакомые, которые этим занимаются, вот, замечательные ребята, они инвестируют во все. То есть они умеют упаковывать, умеют презентовать, умеют найти инвестора. Ну, короче, это отдельная технология, я ее знаю, она как бы рабочая, но я этим не занимаюсь. У меня все деньги уходят. Почему не занимаешься? Ну, потому что у меня нет свободных денег, они у меня как только зарабатываются, я их сразу трачу. Вот. На что же ты их тратишь-то? Ну вот мы дом строим, там путешествуем. Ну короче, я все использую здесь и сейчас. У меня, как бы, я не откладываю на пенсию, у меня ощущение, что когда-нибудь я какой-то куш сорву, и как бы все будет нормально. Ясно. Слушай, а вот на твой взгляд, сколько типа нужно иметь денег, чтобы проинвестировать во что? Ну там типа 300 тысяч рублей достаточно? Ну я думаю, где-то миллион нормально такая более-менее цена. Ну, потому что, ну, что-то за 300 тысяч. Сейчас, у кого 300 тысяч, как бы, это даже не потому, что денег, ну, это мало. Ну, я про себя говорю. Ну, я 300 тысяч рублей найду, например. 300 тысяч рублей вложи в обучение. Ну, то есть, реально, научись продавать. Ну, если, как бы, тебе надо приумножить капитал, то выгоднее всего научиться продавать. То есть, это, по сути, сходить на какой-то дорогой курс или в коучинг записаться на полгода и мозги поменять. Вот это самая выгодная инвестиция. Ну, как бы, по моему опыту. Потому что, ну, что за 300 тысяч купишь? Ну, камон, вообще ничего не купишь. Ну, я понял тебя, хорошо. А даже если купишь, ну, у тебя, смотри, какие у тебя риски. То есть ты вложишь под сколько-то процентов годовых, то есть к крутому специалисту, то есть к крутому брокеру ты не попадешь, потому что он же хочет на тебе тоже денег заработать. Согласен? Угу. Вот, если он хочет на тебе денег заработать, зачем ему тратиться, там, вообще даже с тобой общаться за 300 тысяч? Ну, это невыгодно. Если бы ты принес там 3 или 5 миллионов, тогда его бы комиссия с твоих денег была бы там, ну, какая-то ощутимая. Он хотя бы 30-50 тысяч бы с тебя заработал в месяц, например, принеся тебе там, допустим, не знаю, там столько же, например, или там 100 тысяч, не знаю, то есть у меня цифры нет. Вот, а если ты приносишь там 3 копейки и говоришь там, ну, заработай мне денег. Короче, уважаемые господа, если у вас 300 тысяч рублей, как у меня, свободных, то мы с вами нищеброды. Как, ну, был такой, просто их надо вложить. Понимаете, Полонский, он говорил, что у кого нет миллиарда, то тот идет в жопу. Вот, по-моему, это наш случай. У меня был с ним интересный случай, могу рассказать. Мы просто для него проекты много делали. И, короче, они денег зажали, вот когда у них там была такая вот непонятная ситуация. Не платят и не платят. Да, да. Ничего себе. А он что-то какой-то пост написал там в Фейсбуке, типа, ребята, мы там за мир во всем мире, мы, короче, инновационная компания. Ну, еще раньше, когда его там не посадили. Вот, а мой менеджер, у меня менеджер работал, Алексей, он взял ему да написал там в комментариях, типа, чувак, ты молодец, но верни типа деньги по такому-то контракту, там скажи, чтобы пнули. Вот, а там была какая-то сумма, типа, ну не миллионы там, но там 1300, наверное, 4, я не помню, сколько там было, ну какая-то такая, типа 10 тысяч долларов там было, вот такая примерно сумма. И он, короче, заплатил, говорит, сейчас, и он в комментах ответил тут же, что типа сейчас, и завтра пришли деньги. Ничего себе. Да, прекрасно. Такая была история. Блин, окей, хорошо, я понял. Так что молоток. Претензий к нему нет, все грамотно сделал. Окей, хорошо. Так что можно гордиться знакомством с Полонским. Слушай, есть такой вопрос. Станислав, точно ли нужно столько дизайнеров, особенно в регионах? Ну, конечно, а в чем проблема? Конечно, нужно. А как? Сколько, во-первых? Не, ну я не знаю, типа, что здесь имелось в виду. А, это человек задает. А? Это да, человек типа, задает вопрос. Да, задает читатель. Может, я не знаю, может быть, типа, нет ли такого, что там рынок переполнен, я не знаю. Ну, есть, может быть, у кого-то такое ощущение, на самом деле, хороших специалистов-то не так много. Вот пойди найди хорошего дизайнера, там у тебя будет куча, ну, непонятных людей, ну, как бы, они, многие люди называют себя дизайнеров из-за отсутствия стандарта некого, да.
профессии. Mm-hmm. Ну, то есть, и ты как не специалист, ты не разберешься. Но я также могу спросить там редакторов или копирайтеров, да их вот сколько хочешь там на этом самом. А попробуй найди как человек, который хотя бы тебя, ну, как бы поймет правильно. Это очень сложно. Ну, то есть, я вот этим занимаюсь более-менее профессионально уже год, наверное, и я могу по пальцам там одной руки пересчитать там, вменяемых людей. Я не говорю, что талантливых, а просто вменяемых, понимаешь? Вот так. Ну, слушай, погоди, а ты же вот учишь, допустим, там у тебя есть студенты, дизайнеры. Вот они, когда у тебя с обучения выходят на рынок, они типа куда попадают, на какую орбиту? Они профи или они тоже какие-то непонятные люди? Они попадают в рай. Да ладно, ты что? Да нет, смотри, ну смотри, тут в чем дело. Короче, если ты выучил, умеешь делать какой-то продукт, да, этого еще недостаточно. Тебе нужно получить опыт и портфолио, некий кейс. Соответственно, люди, как правило, с моих обучающих программ идут, ну, как во фриланс получается, да. То есть я даю им достаточно компетенции для того, чтобы упаковать себя и начать работать. Я же помогаю им дальше, то есть мы не теряемся. То есть если им нужно что-то реализовывать, они могут у меня спросить. То есть некоторые спрашивают, некоторые не спрашивают. Тут зависит от уверенности. То есть у дизайнера степень уверенности – это очень важно. А степень уверенности, откуда она приходит? Она приходит от знаний и от того, ну, насколько ты понимаешь, как надо вести проект. То есть это мы тоже даем. Просто кто-то это усваивает, а кто-то нет. У кого-то просто изначально позиция такая у человека, что ну, просто ему тяжело. То есть он изначально в неуверенности находится. А если человек в уверенности, то знаний у него достаточно, чтобы все сделать. Потому что что такое дизайн? Это же там, ну, не ракеты в космос запускать. Это, в принципе, простая достаточно история. То есть тебе нужно просто задать правильный вопрос, узнать, почему это так, спросить почему и дать какое-то решение. Ну все, не знаешь – спроси. То есть это, там ничего сложного. Слушай, а вот эта концепция про то, что, мол, я вас выпустил, а если у вас не получилось, то это ваши проблемы, похоже, знаешь, как вот у верующих, когда они типа от рака пытаются молитвами лечиться, типа не помогло, значит, плохо молился. Вот нет такого, что как бы словно снимаешь себе ответственность, ты говоришь, типа, ребят, это ваш... Не, во-первых, сейчас давай, первое, значит, каждый давай. Человек, у меня позиция такая, что каждый человек, вне зависимости там, куда он приходит, короче, у него ответственность на себе по-любому. То есть нельзя, ну, кого, то есть ты не можешь наложить ответственность, а если будешь накладывать, это будет ошибка, там, на маму, папу, государство, родителей, у коуча, у кого угодно. То есть, короче, ты сам отвечаешь, это первое. Второе, я же тебе наоборот сказал, что я наоборот, моя задача, то есть это моя ответственность, я так считаю, я принял такое решение, что все люди, которые со мной работают или учатся, те, которые приходят, я их буду вести. То есть я не обязан условно, но я буду, потому что это моя позиция, это я так решил. Вот, ну, примерно так. Ладно, хорошо, я понял. Так, есть еще вот такой вопрос. Что делать, если я все делаю правильно, но клиенты не прибавляются? Не может ли быть так, что конъюнктура рынка сильнее меня? Ну я нет, не это знаю, ошибка. Значит, но... Это человек, скорее всего, как бы не может признать себе, что у него первое, он либо не умеет продавать. Ну, продажа – это технология, надо просто это понять. Второе, у него продукт плохой. Ну, то есть он такой, он делает дизайн, но он не видит, что он плохой. Я по себе это знаю. Я когда делал фиговый дизайн, я думал, что я молодец. И мне говорили, что что-то как-то у тебя не очень. Я говорю, да покупают же, ну, они покупали по визуализации. На самом деле, ну, действительно было не очень, я потом это понял. И потом я исправил. Ну, то есть я не выпустил на рынок плохой продукт, я нашел себе силы найти, подойти к опытному человеку, победить свое эго и спросить, типа, что мне нужно исправить. Вот, поэтому, ну, вот так. То есть это всегда вопрос к себе. Если тебя не покупают, это не рынок такой или кризис, это значит, ты что-то делаешь не то, либо продукт, либо продажи не наладил. Ясно. Не бывает такого. Ну, так. Это знаешь, все равно, что выходить в море на лодке и такое, ну, что-то не клюет. Хотя там люди собирают там тоннами эту рыбу и в суши-бар относят. Ну, как бы, наверное, да. Наверное, не клюет. Слушай, а вот сейчас тебе есть кому сейчас прийти и спросить, насколько твой дизайн хорош или нет? Ну, сейчас я сам разбираюсь во всем в целом, сейчас я сам понимаю. Ну, как бы, да, я могу спросить. Ну, мы же работаем, у меня есть сильный архитектор, дизайнер, то есть мы в команде. Сейчас у меня нет такой проблемы, как бы, что плохой или хороший дизайн. Сейчас я сам... Они прям могут прийти и сказать, Станислав, какое-то говно делаешь, серьезно? Они же, ты же начальник. Ну, у нас нет, во-первых, такого понятия, как начальник. Мне все может, каждый человек может мне дать... комментарий, и я с удовольствием прислушаюсь к нему. И да, конечно, ну, никто не говорит, что там плохо сделано, да, а говорят, что, ну как, просто что тут подходит, что не подходит, что можно сделать лучше. Ну, то есть обычная работа. Бывает, да, бывает, конечно, ну, то есть мы делали, допустим,
там последние какие-то объекты мы делали, и там, ну, как бы архитектор, он более опытный в этом, я же не архитектор, он мне просто говорит, там, такие-то вещи там работать не будут, либо будут работать там по-другому. То есть, ну, я сам к нему подошел, говорю, посмотри, пожалуйста, как я сделал. И он мне приносит, говорит, посмотри, пожалуйста, как я сделал, потому что, допустим, у него какого-то опыта нет, либо просто свежим взглядом посмотреть. Но это нормальная история, никто не знает все. А если кто-то думает, что я самый умный и все знаю, ну, это просто начало конца, я считаю. Угу, я понял, спасибо. Есть такой вопрос. Станислав, какая минимальная финансовая точка интереса для вас в проекте? Ну, 300 тысяч мы говорили. То есть, у нас сейчас концепция не позволяет меньше делать. Ну... Не-не, это типа речь про именно про тебя, как я понимаю. Ну, то есть, типа, ты сам 300 тысяч для себя только хочешь? Не, это проект сколько стоит? Ну, у нас рентабельность получается с 300 тысяч, у нас рентабельность будет процентов 30. То есть, 100 тысяч мы заработаем. Но помимо 100 тысяч у нас будет... дополнительно работа в портфолио интересная, и потенциально мы продадим услугу на комплектацию, на авторский надзор. То есть там еще может быть 200, 300, 400 тысяч за 6 месяцев. Ну, как бы тоже нормально, то есть если таких нескольких проектов. Но это прям самый минимум, то есть в целом, ну, как бы более-менее компании, они, ну, не берут такие объекты. Это в Москве, но в регионе, допустим, в чем кайф-то в регионе, если вот вы работаете в регионе или кто-то нас слушает, то вы можете брать в регионе, а уже на месте делать заказы, потому что зарплата как бы условно меньше, и требований меньше, и клиенты готовы больше платить. Это отличная стратегия. Ого, серьезно? То есть в регионах люди готовы больше платить, чем в Москве? Наоборот. То есть меньше зарабатывают, ну, как бы на местности, легче устроить студию, компанию. Я понял. Дизайнер там 60-80 получает, в регионе там 30-40-50. Ну, то есть ты берешь заказ здесь за 300 тысяч, там ты его делаешь не с 30% рентабельностью, да, допустим, а с 50 или выше. Угу, я понял. Или хорошо. Вообще один делаешь ее. Ну, то есть ты можешь один как специалист работать и никого не нанимать, просто самому обладая всеми навыками все это делать. Слушай, я правильно понимаю, что ты даже готов иногда проекты делать в ноль в надежде заработать на комплектации? Но в целом эта стратегия оправдана, да, это возможно. Но если проект интересный, я как бы даже сам могу доплатить, чтобы его доделать. Такое бывает. Ничего себе. Ну, просто интересно. Я просто тебя перебил, прости. Слушай, то есть в процентно сколько проектов заканчивается комплектацией? Ну, то есть бывает, что... Половина. У меня половина. Да, но это у меня. Это зависит от того, кого... Смотри, сейчас объясню. Есть люди, клиенты, которые по-любому будут заказывать комплектацию, потому что у них времени нет. Они, допустим, бизнес... Это сразу видно, да? Типа, ну, в принципе, да. Ты можешь сразу это понять. А есть люди, которые никогда не будут, потому что они сами хотят вот этим заниматься, или там у них жена есть, или еще кто-то. И ты никак не переубедишь это. Ну, и не надо. Просто такие люди есть. А дальше ты как бы либо берешь их, либо не берешь. То есть есть компании, которые сразу же им отказывают, ну, допустим, кто не будет заниматься комплектацией, а есть, кто берет. Поэтому процентное соотношение в дальнейшем, кто будет, оно зависит от входящих, понимаешь? Как бы, ну, не совсем такой ответ. То есть получается, допустим, вот я просто конструирую в своей голове, к тебе приходит клиент, ты на него смотришь, оцениваешь и понимаешь, ага, комплектацию он брать не будет. Значит ли это, что ты можешь типа ему подороже там назвать прайс, чтобы как бы купить недополученную прибыль? Прайс я могу вообще любой назвать, ну, который посчитаю нужным. Ну, конечно, мне же никто не запрещает. Слушай, вот, кстати, интересный вопрос. У меня есть знакомый, у него есть такой метод просто называния гигантских цифр в надежде, что какой-нибудь типа клиент-дурак согласится. Ну, например, приходит к нему, там, я не знаю, ну давай условно возьмем там книгу написать, допустим. Предположим, что он редактор. Он говорит, 1 000 000 рублей. Ну, типа, один из 10 соглашается и работаешь. Ты что про это думаешь? Ну, если его устраивает и клиентов устраивает, ну, как бы ничего плохого в этом я не вижу, нам молодец. Если его. А ты так не делаешь? Нет, я все-таки больше систему строю. То есть смотри, я-то стараюсь не один работать, я вообще стараюсь как бы больше построить систему, чем работать. Вот, у меня такой подход. А когда ты строишь систему, ты не можешь системно таких людей... Ну, как бы ты можешь, наверное, привлекать, да, таких, но как бы зачем? У тебя ты никогда не выстроишь ну, команду и компанию под это. То есть у тебя, когда ты развиваешься, да, допустим, выводишь на рынок какой-то продукт, у тебя должно быть именно...
понимание, что это не вот ты куш сорвал, да, ну тебе же стыдно будет даже об этом говорить где-то там, не знаю, на выставках, на конференциях, типа вот я, представляешь, такая стратегия, типа я жду какого-то лоха, да, и он у меня условно покупает, ну это стыдно. Что это? Этим стоит всю жизнь заниматься? Это знаешь, как таксисты стоят на этом самом, на вокзале, когда Uber уже работает, а он такой, а я один раз там одного депутата там в том году отвез там, и он у меня кошелек забыл, и он, короче, на всю жизнь живет. Ну вот примерно такая история. И как бы жизнь на это тратить не очень интересно. И ты же самое главное, когда ты не в рынке, ты как бы ждешь от моря погоды, а это такая позиция как бы слабая, понимаешь? То есть ты должен сам дирижировать своим успехом, а не ждать, что у тебя там свалится сейчас с небес. Когда-нибудь он свалится, да, но как бы тебе-то это... Ты навыки сам не получаешь, ты теряешь сам в этом, понимаешь? Я понял. Слушай, а почему у тебя в студии нет какого-нибудь человека, которого ты условно обучил одновременно там и дизайну, и там архитектуре, не знаю, инженерному делу, чему угодно, и продажам? То есть тебе приходит человек, говорит, Станислав, хочу там проект. Ты говоришь, вот, Петя, моя правая рука, он со всем разберется. И дальше там он, Петя, отправляешь, он все делает. А так нельзя делать. Там... Ну, то есть получается, ты навечно завязан теперь в своей студии и будешь бесконечно продавать сам. Нет, почему? Я могу делегировать на продажу, но нельзя, чтобы дизайнер продавал. То есть отдельно продажник может быть, отдельно дизайнер. Ну ты до этого сейчас говорила, что так не будет работать. Ну, то есть, если ты просто продажник, ты не разбираешься в дизайне, у тебя нет экспертности. Если ты эксперт, там, ты дизайнер, то якобы вот ты сейчас говоришь, что он не должен продавать. Ты можешь... Но ты же одновременно продажник и дизайнер. Ну, это, да, это я. Но ты можешь разделить меня на две составляющие. В этом принцип разделения как раз-таки. Ты берешь одного продажника и одного дизайнера. Представляешь, они вдвоем будут ездить, что ли, да, клиенты? Да, в чем проблема, конечно. Ну, типа, как это работает? Ну, то есть, типа, один продает, а второй сидит и всякие вопросы дизайнерские обсуждает, или как? Ну, приезжает, смотри, вот, допустим, ну, вот ты, допустим, дизайнер, да, допустим, или там редактор, а я продажник, вот я могу тебя продать. Мы приезжаем с тобой навстречу, я говорю, вот Иван Иванович, смотрите, вот у нас самый крутой специалист, который вообще бывает, он, слава богу, что он с нами работает, а никуда не уходит, мы на него молимся. Это вот Сергей Король. Он, короче, настолько крут, что вот он там, не знаю, Пушкина за руку держал. Он делает там то-то, то-то. Вот, давайте с вами обсудим, типа, там, моменты формальные. Если у вас какие-то вопросы будут по делу, ну, как бы именно по самой работе, то есть вот Сергей с удовольствием все расскажет. Как будет клиент процесс. Не скажет, типа, а нахрен ты-то здесь нужен тогда? Вот я сейчас с Сергеем все и обсужу. А ты тогда скажешь, что вот этот вот продажник, это, типа, мой менеджер. Ты можешь сам начать и сказать, что это мой менеджер, типа, это мой помощник. Я вообще настолько барин и крутой, что, типа, я как бы не общаюсь по деньгам, типа, вот это все к моему менеджеру. Вот и все. Mm-hmm. Ну, то есть, если клиент хочет твоих услуг, то как бы он такой, окей, понятно, все, спасибо. А почему у тебя такой системы сейчас нет в студии? Ну, пока нет необходимости такой, я пока сам справляюсь. Ну, во-первых, я сам оттачиваю продажи, мне это интересно, я занимаюсь этой темой, ну, не так давно, как бы именно, ну, более-менее так осознанно и профессионально, то есть, мне интересно этот навык получить. Мне это, ну, прикольно, интересно. И второе, ну, просто еще такой потребности нет огромного количества входящих, чтобы мы это делали. Но мы сейчас это будем делать, мы будем тренироваться на поставщиках. То есть вот первое, что мы сейчас будем делать, я сейчас вот прямо сейчас описываю тему по тому, как поставщики могут упаковывать себя и презентоваться клиентам, и, соответственно, буду учить дизайнеров таким же навыком через это. Почему нет? Слушай, я правильно понимаю, что ты сейчас как бы студия без тебя работать в принципе не может? Если вдруг ты свалишь на Go на год, то поток входящий, который обрабатывал ты, типа прервется. Ну, сейчас, ты должен понять, что поток входящих, он не всегда, мне нужно ехать куда-то. Поток входящих может быть примерно такой, что человек пишет на почту, говорит, вот мы хотим с вами поработать, вот наш проект. Ну, вот, к примеру, сегодня был такой запрос. Мы там дизайн-компания, ну, там один у нас специалист есть, коллега так называемый. Говорит, я тоже дизайнер, но я вот делать не хочу, можно я вас буду представлять, просто перепродавать. Ну вот, а мы с ним уже сделали там пару проектов, потом он куда-то там 2 года пропал, потом он сейчас опять вернулся. Мы говорим, да вообще не вопрос, мы тебе 10% там отдадим. Почему нет? Вот, и таких как бы ситуаций, ну, много. Кто-то там видео посмотрел, говорит, и мы хотим купить. То есть мне не нужно физически присутствовать. Я говорю, окей, заказывайте. В дорогих проектах, да, иногда надо. Ну, то есть, когда там идет речь вот, там, о миллионах, да, конечно, имеет смысл самому прийти. Но вот, допустим, даже к девелоперам я не езжу. Я один раз ездил на собеседование, ну, как бы мы посмотрели друг на друга, и уже там делаем 20 проектов, ну, уже вместе. Один раз 10 лет назад я съездил.
Ясно. У меня есть неприличная метафора, что ты, можно сказать, творчески осеменил девелоперов. Теперь они рождают проекты просто как улитки. Но у них и так все хорошо. Я-то там у них маленькая сошка. Слушай, а вот я сейчас тебя слушал, у меня такой вопрос возник. Я несколько раз работал с крупными агентствами, которые занимаются веб-разработкой. У них там большие компании, крупные клиенты, типа уровня Coca-Cola, там еще что-то. Там есть компании, условно, у них там 300 человек. Но при этом они делают поток входящих заказов к ним чудовищный, огромный. И у них есть партнерская система. Типа, мы сами это делать не будем, проект маленький, мы даем партнерам, получаем там 30%. А у тебя не было такого желания, что типа ты берешь кучу проектов и отдаешь другим студиям или дизайнерам за процент? Ну, в целом это интересная история, но тут есть несколько проблем. То есть, первое, это нужно мне, чтобы наладить это все дело, мне нужно две вещи наладить. Это первое, это поток клиентов, которым нравятся там такой стиль и такие продукты, ну и которые хотят заказать не у меня, а у партнеров. То есть это первая такая условная проблема, которой я пока не занимался. Почему? Потому что я не продавал прямые продажи. То есть ко мне приходили как бы ко мне в студию. И вторая, когда даже если я это сделаю, в принципе, это можно наладить. Я сейчас работаю с таргетологами, всеми делами. Сейчас я разберусь там в ближайшие месяцы этим всем досконально. Но второе, это большая проблема, это обеспечить качество. Ну, то есть, представь, я кому-то там что-то порекомендую, например, да, или сделаю, возьму деньги с людей, а они качество не обеспечат. У меня очень часто так было, я вот последний раз ездил, не помню куда, в Новосибирск, что ли, не помню точно, в Красноярск, вот. И там был отличный дизайнер, то есть, мне понравились его работы, все супер, классно. И он говорит, давайте работать, я приезжаю сюда, у меня здесь знакомый сделает салон, фитнес-центр. Я за этот проект взяться не могу, ну, неуспеваемое, ну и не получается взяться. Я говорю, давай вот, я как бы не ручаюсь за человека, оно вот как бы более-менее нормальное. Мне понравился, посмотри его сама, закажи, ну как бы недорого вроде и нормально. Вот она у него заказала, и он, естественно, все это дело слил, все получилось плохо, все получилось некачественно. Хотя вроде молодой человек был отличный, перспективный. Ну как бы вот, хотя я предупредил 10 раз, что я не отвечаю, но все равно, как я с таким буду работать? То есть мне нужно систему по тестированию делать. Для этого я стандарт профессии сделал. Теперь мне нужно их оттестировать, чтобы они какой-то прошли там, базовую версию этого самого тестирования. Зачем мне этим? Ну, как я могу этим заниматься, но, блин, есть другие приоритеты, понимаешь? Угу, понял. Хорошо, я понял. Окей. Есть такой вопрос. Я дизайнер, у меня все неплохо в дизайне. Какие навыки качать дальше? Ну, у нас есть этот самый 7+7 методика, там описаны все навыки. То есть там в зависимости от того, сколько ты денег получаешь на данный момент, 0, 50 тысяч, 100 тысяч, 150, 300, 500, миллион. То есть в зависимости от этого тебе нужно качать навыки, ну, которых не хватает. Вот, и рекомендую посмотреть и... Типа с уровня на следующий уровень, чтобы перейти. Да, ты должен понять, что, допустим, тебе, чтобы перейти на следующий уровень, чаще всего не хватает. Там, если у тебя много клиентов, допустим, очень много таких людей есть, то тебе надо масштабировать себя. Чтобы масштабировать себя, тебе нужно описать технологию, что ты делаешь. Для этого тебе нужно изучить навык систематизации. Как? Чтобы то, что ты делаешь внутри, творчески, как тебе кажется, ты мог разложить на составляющие и часть делегировать. Вот это многие не понимают. Я лучше всех делаю, как мне это отдать? Если у тебя, наоборот, клиентов мало, то надо, как мы уже обсудили с тобой, работать в две темы. Первая – это продажа, значит, у тебя слабые продажи. А второе – это продукт. У тебя может быть очень плохой продукт, и тебе кажется, что он хорош, но его никто никогда не купит уже. Угу, я понял. Хорошо. Упаковка там же. Упаковка. То есть у тебя могут быть и продажи нормально, и продукт хороший, но упаковка плохая. Ну, как бы я к продажам я больше отношу. То есть как это выглядит? То есть ты понимаешь, что делаешь, но ты можешь объяснить только вот так. А человек с интернета не поймет. Соответственно, ты ограничиваешь себя на входящих. Угу. Я понял. Хорошо. Спасибо. Зачтем вопрос. Есть такой вопрос. У вас были идеи запустить другой бизнес? Я, вроде, не знаю, что имеется в виду. Ну, у меня была по визуализации тема достаточно неплохо отработана. Вот, она, в принципе, и сейчас рабочая, но там нужно прикручивать именно отдел лидогенерации, то есть и отдел производства. Ну, то есть у меня была компания, я ее закрыл, потому что менеджер... Ну, то есть я не успевал контролировать на тот момент, был занят дизайном и обучением, созданием. Вот, а само по себе как бы заказы шли, но производство тормозило. Вот, поэтому мне пришлось отказаться от этой темы. Ну, и на самом деле я уже немножко перегорел самой визуализации. Вот, это был такой бизнес. Он рабочий как бы. Я думаю, что я к нему даже вернусь когда-нибудь, потому что технологии там есть. Ну, либо, в принципе, я его продавал не как франшизу, а как технологию. У меня есть
обучение, где я за, ну, в принципе, месяц передаю эту всю тему. То есть любой человек может открыть бизнес по этой теме, кто хочет. Угу, я понял. Он рабочий, оцифрован, да. А окей. Другие бизнесы, вот еще, мне нравится издательство, то есть я такой, как бы, не столько бизнесмен, сколько увлекающийся человек и систематизатор, то есть мне интересно сейчас книги писать. Я вижу, как это можно сделать, я пишу для себя, с использованием там, помощников, естественно, и для коллег, для других людей. И я пишу такие книги, которые не просто продаются вот, и тешат эго, а которые продаются, на которых человек зарабатывает и авторитет, и деньги. Угу. Я понял. Ладно. Хорошо. Есть такой вопрос. Многие показывают семью и детей. Что вы вообще думаете о родительстве, семейном деле? Ну, я думаю, что это дело личное каждого человека. И, ну, кто показывает, молодец, кто не показывает, тоже. То есть, ты, типа, ты не торгуешь там родительством, ничем таким? Ну, как бы, я считаю, что нужно сфокусироваться там на... Ну, как бы сейчас легко, скажем так, выходить-то за счет каких-то общечеловеческих ценностей. Это прикольно, интересно, наверное. Но мне как-то больше нравится по факту, по существу. То есть я такой более, скажем так, строгий, ну, то есть серьезный. То есть для меня вот эта вот всякая активность такие и эмоции, они, ну, немножко не по мне, скажем так. Может, это как бы плохо, не знаю. Ну, короче, это не моя история пока. Вот, потом, может быть, посмотрим. То есть максимум, там, что можно посмотреть, там, часть офиса, часть дома, вон собачек можно их посмотреть. В целом, я там не рассказываю, не рассуждаю о каких-то там своем мнении, там, о чем-то там особенно. Ну, вот, только по профессии. Пока, пока так. Понял. Но, как бы, не осуждаю, с удовольствием. Это отличные инструменты, кто рассказывает, отлично. А что, я вот, у меня вообще есть знакомый такой, и он, типа, у него двое детей, и он вообще считает, он, у него была такая фраза, которая меня лично немножко зацепила, у меня нет детей. Он говорит, типа, я на работу скорее найму человека, у которого есть дети, потому что, типа, это стрессоустойчивый человек, он знает, там, умеет решать проблемы. У тебя нет такого вообще позыва? Или тебя... Ну, то есть, если перед тобой есть несколько кандидатов, то он скорее выберет того, у кого есть дети, потому что якобы человек умеет решать проблемы. Короче, у меня такая позиция, я вообще не лезу в душу человека, у меня очень простой аргумент. Ты либо делаешь задачу, либо нет. Вот, пожалуйста, вот меня избавьте от всяких вот этих вот корпоративов, от там, короче, обсуждения, что там сегодня, что завтра, что на обед, что на вечер. Короче, мне вообще все равно, у меня своих забот полно, и я с людьми работаю только с теми, которые, ну, как бы, сказали и делают. Вот все остальное, как бы, меня сильно не колышет. Ясно. Слушай, а как вот ты увольняешь человека? Как это выглядит? Ну, я, в принципе, я так вот понял, как бы особо я так почти никого не увольнял, не увольнял даже, я даже не помню такого. У нас просто нет повышения. То есть у нас в целом человек, когда приходит, у него есть некая карьерная лестница. Я показываю ему путь развития, условно, там, с нуля, там, либо с базовой зарплаты, там, стандартного секретаря, до руководителя направления. Мне выгодно брать руководитель направления, не скрою. То есть мне выгодно брать людей. У меня, как, ну, наверное, понял, много идей. То есть я могу бизнес, вот, например, студия визуализации. Пожалуйста, я ищу сейчас человека, который захочет по технологии возглавить студию визуализацию и получать от нее, стать моим партнером, получать процент. Таких людей мало. Ну, то есть... Как бы я их пока не знаю. Если придет, отлично. Многие не хотят брать ответственность. Компания типа Яндекс, она бы вообще сейчас в ужасе бы убежала от тебя, потому что как сразу руководителя нанять? Надо нанять младшего менеджера, вырастить его до руководителя. У них такая концепция. Ну хорошо, ну окей. То есть ты можешь прям сразу нанять руководителя своего направления? Ну почему нет? Там нет ничего сверхъестественного. Офигенная. А? Это же офигенная ответственность. У кого? Ну, блин, а вот если ты облажался, нанял не того человека, он не тянет, к примеру, то типа все рухнет, потому что он руководитель, нет? Ну, погоди, сейчас. Первое, что он делает, он работает, там, условно, там, первый месяц, например, сможет посмотреть, показать результаты, да, например, если он боится, да, он говорит, мне нужна зарплата стабильная какая-то, я в целом могу потянуть, но сейчас я пока не уверен. Окей, тогда поступай на базовую зарплату. Второй вариант, если человек приходит, я говорю, уже делал, я хочу работать, и я вижу перспективы. Я говорю, тогда окей, хорошо, пожалуйста, начинай, но тогда, если ты такой умный и молодец, давай договоримся сразу, ты тогда делай, получишь деньги, потом их поделим. Ну, то есть, можно так, можно так. Если я плачу зарплату, то я рискую, извините. А если ты говоришь, я хочу больше денег и много сразу, допустим, давай так тогда. Ты выходишь, хочешь, я тебя обучу как надо. Вот, потом мы как бы это, в этом бизнесе будем там условно партнерами. Пожалуйста.
Но как бы на этом все сливается, потому что многие говорят, что типа давай, а потом, когда ты говоришь, ну, когда за дело надо браться, вот это уже тяжело. Я понял. Кстати, вот ты немножко не договорил, типа, что вот ты не увольняешь, но вот, ты не даешь человеку повышения, правильно я понимаю? Да, у меня прописано. Как бы он понимает, и устает, и уходит. Ну, типа того, да. Ну, то есть, либо не уходит, мне тоже окей, если он работает на минимальной оплате и долго там. Кто-то там несколько лет работает, окей, хорошо. Я хочу вырасти, да, я вот буду расти, я вот вижу в себе развитие. Я говорю, ну вот же у тебя следующие навыки, ты должен такие получить. Почему ты себя сам как бы не растишь? Говорю, да, вот в следующем месяце обязательно. Да прочитай вот эту книгу. Ты представляешь, я книгу советую, ну вот там любую, допустим, какую-нибудь. Вот, допустим, «Пиши, сокращай», вот Ильяхова взять. Ну простая же книга, ну я ее прочитал, вот я лично. Я ее прочитал там, ну, за день, за два. Ну, как бы мне интересно, я тему взял и прочитал. Я не вижу, как бы, проблемы, причин не почитать за выходные. Люди там читают, допустим, там, месяцами. Как там можно месяц, что там читать месяцами? Или вот мою книгу вот эту вот берешь. Да, она толстая, но, блин, ты можешь ее прочитать, если это твоя профессиональная обязанность, там, ну, условно, за, там, 2-3 дня. Вот я ее там буду мять 2 месяца. Ну, так, как, такой ты как бы и работник, значит. Ну, что я сделаю? Ты я, что ли, виноват? Значит, у тебя такая тема. Погоди, то есть мне тебе достаточно книжки почитать, чтобы повышение получить? Или нет, там, почитать, системы, понять, что там написано, и начать применять. Потому что я-то буду ссылаться, я говорю, ты текст пишешь, например, ну, давай, даже не редактуру возьмем, а возьмем, допустим, описание вакансии. Говорю, нам нужно сейчас найти, допустим, чертежника, опиши, пожалуйста, вакансию. Ну, как бы понятная история. Говорю, как писать вакансию? Смотри, говорю, если ты не знаешь, как писать, то у меня спроси, я тебе надиктую тут же. Говорю, как вакансию писать? Очень просто. Я объясняю, как заинтересовать кандидата. То есть, по сути, нам надо продать вакансию. Это технология продаж. Я надиктую тебе voice. Возьми его, запиши текстом, размести на биржах. Ну, это сложно, что ли? Это не сложно. Это базовая задача секретаря, скажем так. Вот многие с этим не справляются. Те, кто справляется, это уже билет в следующую, потому что следующая вакансия – это уже как бы контролировать процесс. То есть ты уже делегируешь чужими руками. То есть у тебя есть вот такой же условно подопытный как бы, ну, человек, который начинает, твой помощник, и ты должен его руками, то есть его мотивировать действовать. То есть, по сути, следующая позиция – это уметь мотивировать и получать результат чужими руками. За это ты получаешь в 2, а то и в 3 раза больше. А следующая уже третья позиция – это когда ты умеешь не только получать результат, но и считать финансы. То есть я тебе говорю, вот тебе клиент, вот тебе входящие данные, вот что мы должны получить на выходе, допустим, там книгу, статью, дизайн, неважно. Мне нужна такая-то рентабельность обеспечить. Если ты обеспечиваешь рентабельность 50%, я тебе 20% сверху помимо зарплаты. Понимаешь логику? То есть все очень просто, кристально. Вот, как бы, а люди не готовы некоторые, либо ну, как-то. Короче, они не понимают. Сейчас они все хотят, многие, да, кто не развивается, ты говоришь, как бы кого увольняем или кто не повышается. Они хотят, многие, но ничего не делают. Как я смотрю, книгу человек не может прочитать. Вот на это я смотрю. Ну, не читаешь, сиди, значит, перекладывай бумажки. Ну, то есть, условно, публикуй отзывы в этом самом, в интернете, копипейстом. Ясно. Блин, у меня, кстати, есть интересная история. Я когда-то работал в офисе в Москве. И начальник возлагал на меня большие надежды. Мол, типа, я важный человек, я там... Ну, то есть, я не важный человек, я имел возможность развиться и там стать даже главой небольшого направления. И я вот был тот тем самым человеком из твоего рассказа, который сидит, бумажки перекладывает и думает, что само должно случиться. Я сейчас просто год посижу в офисе, и меня как бы повысят, ну, как военного. И мой руководитель, он так ко мне заходил, и сяк заходил, он и беседу со мной проводил, и корпоративу там мы с ним сидели, разговаривали. Ничего не помогало. В какой-то момент он даже перетащил свой компьютер на стол со мной, рядом поставил, прям рядом со мной. Мы с ним вместе сидели бок о бок. И вот он как бы, он даже так пытался мне как-то там что-то подсказывал мне, спрашивал что-то. Вот мы... А я все сижу, бумажки передвигаю, и в какой-то момент я смотрю, я прихожу утром, смотрю, у него компьютера нет рядом со мной. То есть он обратно его оттащил, и я вот в этот момент понял, что он прям реально разочаровался. Ну как бы он все исчерпал возможности меня как бы вытянуть наверх, и я не справился. Но вскоре меня вообще уволили оттуда. Но это, слушай, это было честно, но это справедливо. Я как бы, мне не стыдно. Я тогда был раздолбаем. Да я сейчас раздолбаю, но тогда я вообще это не понимал. Так что я вот прям почувствовал, когда ты рассказывал, я почувствовал прям вот этот холодок, который по спине пробежал. Когда ты приходишь, понимаешь, что нет ноутбука, это как в очереди мама не возвращается к тебе, оставил тебя за колбасой, не приходит. Так, блин, все, пропал. Ну вот, видишь, тебя это подтолкнуло по итогу как бы действовать дальше. Да, вот. Да, слушай, ну 100%. То есть, меня как очень бы... стукнуло, я прям понял, что-то щелкнуло внутри, так больше нельзя. Кому-то это тоже надо на самом деле, это нормальная история.
Слушай, и последний вопрос у меня тебе остался. Зачитываю. Какая у вас стратегия ведения Инстаграма? Так, стратегия у меня пока до конца не отработана, в принципе, но как бы есть наметки. То есть я с этим работал, а у меня задача какая? То есть насколько я понял, как эта тема вся работает? Она работает, ну, в моем случае вообще в целом. В Инстаграме покупают у личности. Собственно, нужно раскачивать личность. И личность плюс экспертность. Вот эти две вещи. Потому что в Инстаграм приходят и смотрят там на интересные какие-то, ну, именно там человек куда путешествует, да, что там у него, ну, дома там, допустим, да, или там какие-то вот домашние животные там еще, например, живут. Вот, какие-то мысли такие. И плюс обязательно, почему человек может быть интересен, потому что у него есть какие-то профессиональные истории. Там книгу написал, студия, дизайн, то есть почему его стоит слушать. Вот, ключевое, я думаю, все-таки именно, у меня так как у меня направлений много, очень выгодно личный бренд развивать. За счет личного бренда по психологии получается очень просто, как эта штука работает. Когда человек приходит, ему некогда смотреть там, на твои работы, он может не понимать, там, книгу ты написал, хорошая она, плохая, дизайн ты делаешь, хороший он, плохой. Ему, короче, некогда, он пришел развлечься. А вот человека лично, он быстро считывает свой-чужой. То есть вот там, кто сейчас там нас смотрит, например, слушает, там смотрит, слушает тебя, там меня, тебе читать ничего не надо, ты тут же как бы по интонации, по эмоциям, по психотипу, по энергетике даже понимаешь, ты подходишь или не подходишь. Кому-то там скажешь слишком там напористо, кому-то слишком там наоборот там, по-разному, короче, кому-то подойдет, кому-то нет. И суть в том, чтобы показать себя, то есть вытащить свои какие-то сильные стороны и показывать. Тогда людям проще к тебе прийти, и когда ты им понравился как человек, допустим, да, они уже посмотрят на то, что ты делаешь. А как работает психология? То есть, если ты сам нормальный, человек такой ассоциирует, да, его мысли мне подходят, я тоже так думаю. А если он тоже так думает, то, скорее всего, и продукты у него хорошие, потому что хороший человек как бы не может плохого делать. Как бы это как бы, это интуиция, но как бы так оно и есть. В принципе, этим иногда пользуются мошенники, но как бы это можно раскусить, а можно и не раскусить, то есть как повезет. А что, можно ли вы так, в такой концепции, как бы, как, это я забыл русское слово, короче, притворяться, якобы показывать какие-то особенности, которых у тебя нет на самом деле? Да, можно, конечно. На самом деле есть технология построения этого бренда, там она даже в чем заключается? Если ты вот вообще условно абсолютно ноль, как развиваться? Ты можешь за счет... всегда развитие идет, когда ты строишь как бы в будущее себя. И всегда ты чуть-чуть как бы, ты когда на сцене даже или где-то рассказываешь, что-то пишешь, ты всегда стараешься как бы чуть-чуть лучше рассказать. Почему? Потому что ты как бы публично заявляешь об этом, и ты сам уже стремишься, потому что это принцип последовательности, ты хочешь соответствовать тому, что ты заявил. Потому что тебя в следующий раз спросят, ну что там, ты обещал там, где? Где твоя новая книга, например, да? Ты поэтому объявляешь, там, я пишу. Я прекрасно понимаю, я в зеркале так фотографирую, чтобы особо толстым не выглядеть, так что вот. Я понимаю, что это значит. Поэтому тут вопрос-то, короче, можно ли притворяться? Как бы мы все так притворяемся по чуть-чуть, это нормальная технология. Кто-то просто как мошенники есть, они специально это делают. То есть они специально пыль пускают в глаза, там фотографируют. Типа взял у друга машину дорогую, покатался, у нее есть фото. Да, и это тоже работает, но есть как бы категория людей, там условно, с низкой, значит, которые ведутся там на всякие лохотроны, там эти самые ставки и так далее. То есть таких людей много. Ну, как бы в МММ вкладывают. Ну, как бы окей, есть люди, которые туда идут. Да, это вот такие мошеннические деятели. Вот, это работает. Но как бы хочешь ли ты этим заниматься? Я не хочу. То есть мне неинтересно фотографироваться в чужой машине и показывать условно то, чем я не являюсь. То есть я вот лучше объявлю, что мы там новую книжку пишем после этой. И пусть люди ждут этого. И потом мне предъявят, если я не напишу. Вот мне так интересней. Я понял тебя. А свой Инстаграм ты полностью сам ведешь? Да. Ну, я ты думаешь об СММ-агентстве каких-нибудь? Я не думаю, что это работает, потому что ты транслируешь личность, люди приходят на личность. То есть как ты можешь делегировать личность? То есть, ну, как бы, наверное, можно, но, скорее всего, это работает для каких-то, ну, вот как раз таких полумошеннических схем, как бы на большое, и полубизнесовых. То есть когда к тебе приходит как личность, ты не можешь... Ну, как себя на свидание ты не можешь отправить за себя кого-то. Ну, это будет странно. То есть это ты, как бы. Блин, слушай, было это чувствуется. 15 лет было. Ко мне, кстати, иногда приходят такие запросы. Какая-нибудь пишет девушка по имени Элеонора или, не знаю, Ангелина. Она говорит, что она бизнес-помощница какого-нибудь богатого человека, состоятельного предпринимателя. И нужно вот от его лица писать какие-то статьи там, или посты в Инстаграме, где он должен там какие-нибудь
умные книжки цитировать, еще что-то. Ну, то есть я теперь понимаю, что они пытаются как бы раскрутить личный бренд, но за счет чужими руками. Но это не будет работать. Думаешь? Ну, как бы, это не то, что я думаю. Если посмотреть статистику, я как бы не сам думаю. Я, скажем так, в этом как бы диванный эксперт, у меня нет там миллионов просмотров в Инстаграм и так далее. То есть, но те люди, с которыми я общаюсь, а я общаюсь там, ну, с ребятами, у которых, ну, за миллион подписчиков, там, 400, которые там зарабатывают миллионы с Инстаграма, они говорят такую тенденцию, что как бы все топовые инстаграмеры, они пишут сами. Все. Mm-hmm. Сами вот этими ручками, mm-hmm. они и фоткают сами. Ну, то есть, как бы они контролируют весь этот процесс, потому что это огромный, получается, бизнес, их личный бренд. То есть, они, у них, по сути, бизнес в Инстаграме построен. И это, ну, важная такая штука, как ты делегируешь самое важное. То есть, у них, как бы, весь бизнес на этом построен. Все, весь лид-ген, все привлечение клиентов. Ясно. А у тебя вообще, ты когда-нибудь замечал, у тебя были клиенты из Инстаграма? Да, очень часто, когда топовым, особенно премиум-сегмент работает, когда они просят помощницу, им же лень искать самим дизайнера, они говорят, помощница, значит, найди мне кого-то, а помощница куда идет? Конечно, в Инстаграм смотрит там каких-нибудь дизайнеров, приглашает на собеседование, то есть первую лид-генерацию делают помощницы, а дальше вот у меня был случай, мы с клиенту ездили, и он там приглашал 20 дизайнеров. Я думаю, ехать, не ехать, но думаю, надо съездить, там миллиардер, очень прикольный клиент. Думаю, ладно, съезжу, хотя бы пообщаюсь. Ну и в итоге, получается, после того, как мы с ним пообщались, ну она мне потом же говорит, уже 20 человек приезжал, вот он тебя именно выбрал. Ну как бы это о чем-то говорит. Ну вот, да. Ты сделал проект в итоге? Ничего себе, круто. Блин, здорово. Ух, слушай, клево, на самом деле, у меня больше нет вопросов, сейчас посмотрю. Так. Так, да, все, кажется, что я все спросил, все, что ты хотел. Будем считать, что ты отбился. Почему отбился? Просто рассказал. Что тут отбиваться? Отбиваются те, кому там есть что скрывать, или которые там, ну, что-то пытаются из себя строить. Я-то просто отвечаю. Если я что-то не знаю, тебе скажу, я не знаю. Я же сказал про Инстаграм, я не знаю. Ну, как бы могу только мнение свое сказать. Ясно, хорошо. Зачтем тебе, наверное, 7 вопросов точно ты ответил плюс. Один вопрос про родительство, ты немножко отошел гибко в сторону, не будем эту тему трогать, но да, это был мастерский уход от вопроса. Хорошо, какой? У меня больше нет вопросов. Какой? Ну, там был такой вопрос, многие показывают семью детей, что вообще думаете о родительстве, семейном деле, ну то есть, окей. Вот, давай, чтобы было ясно, я не против, как бы, это... Хорошо. Это... И у меня, наверное, последний вопрос отличный от меня остался. Станислав, вот я как постоянный читатель твоего Инстаграма, меня уже задолбало, что ты бесконечно делаешь репосты книжек. О. Ты когда-нибудь это вообще закончишь делать? Это как бы мне можно надеяться, что я буду снова твоих бигли видеть в сторис? Ну, слушай, да, бигли обязательно добавим. Напишу в следующий раз, что спешл для Сергея. А Инстаграм и в сторис, но это бесплатная реклама. То есть смотри, как только я... То есть тут такая двоякая позиция. Человек как бы сфоткался, допустим, да, по книге, он там написал, я читаю. Mm-hmm. Кстати, присылайте отзывы, кто читал книгу, присылайте, я буду тоже вас репостить. Но это же не отзывы, это просто фотки книги. Пока это фотки, но я же пока рассылаю. Следующая волна будет отзывы, я надеюсь, да, то есть надеюсь, вы читаете, кто там люди 500 книг купил, где они все, или там сколько уже там, 700 книг, где они все. Отзывы пишите по главам, по еще. Я буду вас репостить. Как это работает? Это работает в целом, просто человек видит, ой, я хотел же купить, но я забыл. Надо купить. Mm-hmm. Вот там нормальные люди, mm-hmm. такие же, как я, дизайнеры, допустим, говорят, что книга нормальная. Ладно, там куплю. То есть, по сути, я заменяю. Чем больше у меня постов, тем меньше мне надо тратиться на рекламу. Чем меньше мне надо тратиться на рекламу, тем больше я зарабатываю, потому что я не трачу на рекламу. Соответственно, тем счастливее я буду и буду более с удовольствием писать следующие книги. Поэтому, как только видите в сторис что-то, обязательно покупайте. Короче, это такое, можно, эмоциональное поглаживание Станислава, которое трансформируется в создание книг. И еще, дорогие друзья, если вы читали книгу Станислава, если есть какие-то моменты, которые вас в этой книге не нравятся, бесят, удивили, смутили, пожалуйста, напишите мне в Телеграме «Собака Король», напишите все, что вы думаете, честно, я передам все Станиславу, вот, короче, мы старика ущучим, найдем ему критики, подсыпем, посолим ему раны, вот, посмотрим, что из этого выйдет. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите смело, я всегда рад вашим сообщениям. Спасибо, Сергей, за интересные вопросы интервью. Я только передал чужие мнения. Собственно, ты отбился, все хорошо, спасибо большое. В следующий раз продолжим. Не забывайте присылать вопросы. На ваших вопросах зиждется канал Телеграма Станислава, который я немножко им помогаю вести. Спасибо. Поэтому тебе, да. Задавайте смело любые вопросы. Я не помню ни одного случая, чтобы Станислав отказался отвечать. Вот, может быть, ваш случай будет первым, так что давайте, дерзайте. Все, до встречи. Спасибо, Станислав. Не забудь про Биглей. Это важно. Хорошо, да, запишу. Спасибо.